У турецкого гамбита Амички будет интересное продолжение. Состоялась жеребьевка европейских клубных соревнований. Нашим волейболисткам в челлендж-раунде Кубка ЕКВ вновь досталось соперники команды из Турции. На сей раз это стамбульский Галатасарай. У Амички есть вариант успешного продолжения гамбита. Галатасарай – это далеко не Эджда Джибаши. И в команде нет звезд мирового уровня. Вообще всего три легионера. Единственное преимущество турецкой команды в ответной встрече. Первый поединок состоится в промежуток с 3 по 5 марта в Омске. Ответная встреча пройдет с 10 по 12 марта в Стамбуле. Победитель определяется по очкам. Особенно важны будут очки, набранные на выезде. Ну а если обе команды наберут одинаковое количество баллов, то будет сыгран дополнительный, так называемый «золотой сет».